Всем привет! 253 серия турецкого сериала «Доверенная» выйдет 17 ноября. С русской озвучкой эта серия появится в сети на следующий день. Если вы хотите видеть больше романтических сцен, тогда ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. В сериале произошли некоторые изменения. Сценаристка услышала многочисленные просьбы зрителей, и теперь Сихер не носит бабушкины платья. Она выбирает красивые яркие наряды. Но есть вероятность, что это ненадолго. Также ходит слух, что очень скоро у Ямана Сихер будет ребенок. Интересно, как долго зрителям придется ждать этого момента. Яман очень ценит Сихер, и он готов даже пожертвовать собой ради ее благополучия, а также ради счастья Юсуфа. Жанан это прекрасно видит и понимает. Она знает, что у ее сына слабое место – это его жена и племянник. Поэтому она будет действовать, помня этот факт. То есть испытания для нашей пары не заканчиваются. Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, тогда подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик.